Всех приветствую, дорогие зрители. Сегодня я приехал в район Обагёль. Это район находится близко к морю. Верхний Оба, дальше вот этого района. Позади меня находится море. Расстояние этого проекта до моря от этой квартиры максимум 305 метров. Максимум. Все в шаговой доступности. Здесь идет маленькая дорожка, там магазинчики. В районе Обагёль здесь базар устанавливается. По вечерам в основном такой, где ручные изделия продают, подарки туда-сюда. Понедельник, рынок в той стороне, там мечеть. Видите, синяя крыша, дальше мечеть. И по той улице понедельник у нас устанавливается рынок. А также в четверг в стороне Тосмара устанавливается рынок. Итак, проект состоит из двух блоков. Есть открытый бассейн, генератор. Немаленькая территория, нормальная для двух блоков. Зонтики, шезлонги, все вы видите. Айда 350 лир. Квадратных метров полезна вся площадь. 70-75 квадратных метров у этой квартиры полезна. 2 плюс 1, 2 балкона. Ну, здесь маркиза открывается. Так, сторона здесь восточная. Вот там море отсюда. О, 300 метров сказал. Ну, я думаю, что даже меньше. Видите, море видно. О, секунду. 1, 2, 3. Четвертый, пятый блок. 250 метров. Заходим в квартиру. Итак, гостиная комната, совмещенная с кухней. Продается под ключ. Квадратных метров здесь в гостиной где-то 20-23. Не хау. Синь-тинь-тинь-пай. Бытовая техника фирмы БК. Холодильник Ariston. Бытовая техника где-то у нас уже 7-9 лет. Тут прихожая. Проекту 15 лет. Первая спальня. Здесь 9,5 квадратных метров. Измерил лазерным измерителем до съемки, чтобы не терять время. Кондиционер LG BK. Дайте мне. Так, прихожая. Одна спальня квартира. Накопительная система. Фирма Demir Döküm. Стиральная машинка фирмы Altuzan, новая. И вторая спальня, 12,5 квадратных метров. Второй балкончик. Есть пандус. А вот море, дорогие зрители. Нету здесь 300 метров. Вот оно. 150-200 метров. Все в шаговой доступности. Бассейн работает. Покажу спальню еще раз. Пол покажу. Так, цена этой квартиры 133 тысяч евро, никакого торга. Звоните, пишите по номеру плюс 90-555-064-9110. Я спускаюсь вниз, показываю вам всю территорию и лифт. Ставим лайки, подписываем на наш канал, если все еще не подписались. Комментируем, как вам такая квартирка. Маленькая, но все как нужно, можно использовать. Планировка неплохая.
Итак, на этаже три квартиры. Квартира находится на среднем этаже. Такой вот лифт. Вот была сдана в 2006 году проект. Я правильно спустился? Да. С той стороны что-то есть, не знаю. Пандус, фасад здания. Там зона барбекю. Душевая, нормальный проект. Около моря. Магазины все в шаговой доступности, рестораны. Сейчас выйду на дорогу, покажу все, что тут есть. Тихо, уютно, спокойно. Здесь в основном строят пятиэтажки. Запрещено строить высокоэтажки. Только в районе Тосмар разрешают. Разрешают Махмутларе. И позади города, как бы Чикчили, Чиплаклы, верхней части, в сторону гор. И то в некоторых местах. Почта рядом. Вот эта улица. Известная улица вот, района Обакёлин. Так что звоните, пишите. Всем пока-пока.